Итак, значит, смотри, дружище, покажу, как с суммы в 15-20 тысяч рублей за 1-2 года заработать на квартиру стоимостью 15 миллионов рублей. Заходишь в бизнес, вот на эту сумму покупаешь продукты. Они у тебя, можешь им пользоваться сам, можешь угощать, как демонстрационные образцы показывают. Тебе при этом открывается интернет-магазин. Подключаешь всего двух человек, которые хотят, так же как и ты, заработать на квартиру, ну или на машину, ну или на путешествие, или еще на что-то, да? По деньгам я табличку чуть позже покажу. Вот, допустим, ты сделал это за 1 месяц. Они делают то же самое в следующий месяц. У тебя вот такая уже команда. Можно, кстати, больше 2 человек подписывать. Единственное, что всех людей, которых ты будешь вот следующего, например, подписываешь, он встает вот сюда. То есть они в 2 команды распределяются. Это у нас 2 месяц, да? 3 месяц люди делают то же самое. Вот этот подписал одного, этот одного и этот одного. У тебя уже 8 человек. Ну и так далее. Вот смотри, вот здесь табличка нарисована. Первая колонка это как раз 2, по 2, 4, по 2, 8 и так далее. Вторая колонка это вход в бизнес, но он здесь в объемных единицах, поэтому не забивай голову, это как раз когда все входят, даже не по 15, а по 7,5, еще меньше я брал для расчета. Дальше квалификация, за квалификацию еще подарки дают, здесь можно и компьютер получить, и телефон в подарок получить, и вплоть до машины. Нам заинтересует дальше вот эта колоночка, да, где чеки. Вот мы видим, что первые 6 месяцев мы идем медленно, доход всего 33 тысячи рублей в месяц. Вот. А уже вот дальше, на 12 месяц у нас доход 2 миллиона, и на 15 месяц 17 миллионов в месяц доход. А вот тебе, пожалуйста, квартира. Все, что нужно, это пользоваться продуктом, там пиццок, например, про продукт ролик чуть позже пришлю. И показывать людям вот эту модель. Если денег совсем нету, ну бывает такое, да, то есть человек от зарплаты до зарплаты живет или не хочет свои тратить, можно воспользоваться вот такой моделью. То есть приходишь в банк, оформляешь кредитную карту и делаешь первый заказ по ней. Соответственно, приглашаешь дальше 6 человек. У тебя с этого дохода деньги вернулись. То есть ты закрыл долг, у тебя задолженность 0. У карточки, кстати, еще 50 дней беспроцентный период, то есть даже проценты не заплатишь. А долг 0. Все, ты в бизнесе, у тебя работающая на всю жизнь свой собственный интернет-магазин. Если, допустим, в банке кредитная история испорчена, кредит нельзя взять, есть система быстрых платежей, Корона называется, она как раз 20 тысяч рублей дает сразу, просто так, без всяких условий. Правда, не на 50 дней беспроцентный период, а 7 дней. То есть и нужно будет 5-6 человек подключить за 7 дней, ну, подготовиться и быстро зайти. Вот, в принципе, такая модель. Ну, а доходы вот здесь расписаны. Можешь себе этот отскринить экранчик и скорость выбрать. Можно 2 человека в месяц, можно 2 человека в неделю, и тогда это все быстрее будет. Можно 2 человека в 2 недели. Скорость определяешь сам. Вот, если кратенько. Если понравилось, давай покажу, как зайти.